В Гомеле состоялось первенство Беларуси по настольному теннису среди юношей и девушек 2007 и 2008 годов рождения. Участие в соревновании приняли 64 сильнейших спортсмена в этих возрастных категориях. 11-летним теннисистам немного легче. Они не в первый раз принимают участие в турнирах республиканского масштаба. А вот для спортсменов 2008 года рождения это дебют на профессиональной арене. Волнение присутствует. В помощь юным теннисистам советы тренеров, которые знают, как справиться с мандражом. Первенство Беларуси – это рейтинговый турнир. Приглашение на него получили только сильнейшие спортсмены. Главное достояние на соревнованиях – очки. Они помогут получить пропуск на более значимые турниры. У них есть шанс попасть в более сильный возраст. Это 2006-2005 год, который будет проводиться и турнир сильнейших, и республика проводится по таким возрастам. У них есть шанс попасть туда, на эти более сильные соревнования, отобраться. Удачно на домашнем турнире выступили гомельчане. На счету наших спортсменов 2 золотые медали, 1 серебряная. Никон Шутов из Дюшор Гомсельмаш и Виталий Дробышевский из Дюшор номер 2 Гомеля стали лучшими в своих возрастных категориях. Второе место в соревнованиях девушек 2007 года рождения заняла воспитанница из Дюшор номер 2 БФСО «Динамо» Анастасия Фролова.